Электронную научно-историческую карту «Народ Казахстана» представили в Нур-Султане. Она разработана сотрудниками Института имени Шокана Уалиханова. Проект содержит полную информацию об истории, культуре и традициях этносов, проживающих на территории нашей республики. В режиме онлайн любой желающий может увидеть, как проходил процесс консолидации всех народов. Сейчас карту дорабатывают. Эксперты планируют изучить архивы в столице и Акмолинской области, чтобы восполнить пробелы и представить более подробную картину. На сегодняшний день мы подготовили 56 этносов полностью, они уже загружены в карту, но карта в работе. В ближайшие 3-4 года мы планируем все 130 этносов, которые есть в Казахстане. Даже если у нас в Казахстане находится представитель, один человек какого-то этноса, мы даже про этого одного человека все заложим в этой карте.